Еще один гайд за протопала, как танчить шаркарей, как танчить трэш в целка 25 гер, как это делать правильно. Вот вам инструкция, и будут комментарии по ходу, что происходит. Для тех, кто медленно реагирует, специально скорость 0.5, то есть в два раза медленнее. Вот появились три вурдалака, вот появился шаркающий. Что делает протопал? Выбирает цель шаркающего. Как только он начинает двигаться, тогда можно на него нажимать таунт, всякое говно. Смотрим. До того, как шаркарь куда-то пошел, он стоит. На него нажимать ничего не надо. Супер друг. Потому что это не даст эффекта. Искал. Ну, соответственно, прокачанные два стана. Стан точечный и стан гнев небес. Милики, квадрат, все квадрат, речь. Заткну этого гуся. Вот правило танкования, чтобы шаркари умирали быстрее, то есть в приоритете, это два моба. Вот шаркающий, вот вурдалак. Каждые там 17 или 20 или 25 секунд он вешает на себя иступление трехсекундное. Оно должно либо сниматься хантами, либо станется протопалом. Иначе можно сдохнуть. Там вроде сняли, его не заметил. Вот вурдалак умер, да? Таунтится еще один вурдалак. И спокойно держится. РДД и милики могут добежать до сюда, все в порядке. Выносят чуму. Вот ДБМ показывает 3 секунды, там вызов еще шаркающего. Вот иступление. Вот ему стан прилетел в иступление. А вот лич вызвал шаркающий ужас. Вот тут особое внимание, тут его надо заметить. Вон он стоит в мелизоне, но он сейчас под станом. Честно сказать, когда я танковал, я там просто его не заметил. А вот теперь заметил, он начал двигаться, выбрал цель ревневала, выбрал его, нажал таунт и кинул тарелку. Если бы я нажимал два таунта, когда он стоял в стане, когда он появился, то шаркающий просто убил бы всю мелизону. Вот пошло иступление, гнев небес. Чума перекидывается только между двумя шаркающими. Когда два шаркающих есть, вурдалаков забирать уже не надо. Тут РДД слишком близко ко мне подходят, не знаю, тупенькие какие-то. Тут я стаунтил лича. Чисто мисклик, тыкал мышкой по экрану. Вот вурдалака хотел забрать. Шаркающий уже только один остался, чума его бьет. БЗ я отдал там, потому что один при смерти был, я уже не заметил, как он умер. Вот вешает на себя иступление, вот ему стан. Вот выбираю вурдалака еще затаунтить его. Тупенькие, смотри, бегают с чумой, она по ним перекидывается. Ну, просто стадо какое-то. Все, переходки нет, шаркающий умирает. Умер. Диспел чумы, все. Вот переходка пошла. Вот они вурдалаки на мелизоне висели, вот он, все. Оставаться не один шарк еще в рейде. Бьем. Да. Комментарии самого лучшего игрока сервера Джериона, который использует все классы, которыми играет на 100%. Я всего лишь на 30%, там на 20% использую. Вот имейте в виду, этот гайд одобрен Джерионом. Так что смотрите.
протопал, юные протопалы, юные протовары всем подойдет.